А помните, вот почему они его называют «Капитан, мой капитан»? Ну, а там что-то связано с каким-то... Да, там кто-то он говорил вначале. Стихотворение Уолта Уитмена, посвященного Аврааму Линкольну. О, капитан, мой капитан. Кто знает, откуда это? Он, а знаете, почему Уитмен написал это стихотворение? Когда? Не смотрели? Я тоже не знаю. Но это же стихотворение, написанное на смерть Линкольна. А Линкольн, помните, как умер? Его в театре. Его в театре, совершенно верно. Федор, у нас есть образованные люди среди нас. Сегодня нам повезло. Его застрелили. И он написал стихотворение. И знаете, смотрите, что удивительно. Вот они называют капитан капитан, да? Но капитан мертв. В этом стихотворении описывается, вот корабль приплыл, о, капитан мой, капитан, но капитан лежит на палубе, он мертв. Линкольн убит. А вот это как нам? Вот я вот, честно говоря, сам не так давно стихотворение прочитал, и даже вот на совершенно по-другому на вот героя Робина Уильямса посмотрел.